помочь мозгу учиться и как помочь больше себе запоминать, делать и работать. Напоминаю, что здесь история индивидуальная. Есть у меня сайты с добавками, но я хочу обсудить с вами некоторые моменты. Есть добавки ацетилхолин, например, люди, которые соблюдают низкожировую диету, либо имеют СДВГ, имеют проблему с пониженным содержанием жиров или полностью отказались от употребления мяса и яиц. Именно этими моментами нужно заниматься. При дефиците пищевых жиров и холина, требующихся для выработки ацетилхолина, мозг не может нормально работать, и вещества начинают сильно, грубо говоря, плохо работать. И здесь формируется дефицитарное состояние. Другой момент. Препараты для улучшения работы мозга. Это гутокола, это магний-трионат. Все, что я указывала в своей закрытой группе, в которой писала схемы для работы мозга. Я указывала таурин. Я указывала фосфодилсерин, и я указывала витамин Е, витамин С, плюс интенсивно расходуется очень-очень часто история с питанием. Поэтому разгадывайте ребусы, пишите кроссворды сами, не разгадывайте их. Это важно для работы вашего мозга. Другой момент, я даю своим клиентам индивидуально витамин С, витамин Е, если его не хватает, гинкобелобу, гутоколу, магний-трионат, карназин бывает даю, таурин, серу, все, что необходимо. И, соответственно, если есть проблемы с обучаемостью, то здесь и бывает комплекс фосфолипидов. И почему такое возникает? Потому что есть дефициты, люди о них не знают. Соответственно, здесь важно делать совершенно новые вещи для того, чтобы комфортно себя чувствовать. Здесь нам нужны моменты, которые влияют на синтез. Для синтеза, например, холина нужны витамины В1, В3, В4 и В5. Соответственно, все эти моменты, они влияют на состояние. Есть еще другой момент. Гуперзин, это витамин А, он даже используется, гуперзин А, для работы с болезнью Альцгеймера. Поэтому самое простое, что вы можете сделать для этого, это начать работать интенсивно, так как раньше вы не работали. Делать все по-другому и работать с биологически активными веществами. Пишите, с радостью отвечу.